Путь на форум лежит через эту палатку. Каждый участник и гость обязан иметь отрицательный результат теста на коронавирус. Тем, кто его не сделал, предлагают пройти процедуру здесь же, платно. Тест на ковид проходит в экспресс-формате, берется кровь из пальца. Это занимает не более одной минуты, а результат уже через 15 минут. В программе форума в этом году почти нет изменений. Выставка, пленарные сессии, технологические дни. Но пандемия внесла в формат площадки коррективы. Площадь шатра со стендами теперь 2000 квадратных метров, а не 1300. Меньше участников в зале. То, что пространство стало шире, смогли убедиться сегодня журналисты во время пресс-тура. Необычный арт-объект в виде банки со сгущенкой украсит стенд одной из компаний. Такие же резервуары, только настоящие, есть в Сабете. Их объем 163 тысячи кубических метров. Только это танкеры, внутри которых сжиженный природный газ. А здесь будут подписывать соглашения с крупнейшими нефтегазовыми компаниями. Их запланировано 11. Планируются крупнейшие соглашения, которые будут подписаны в первый день. Это компания «Новатек» с компанией «Сибур». Были подписаны с международной компанией «Бейкер Хьюз», также с компанией «Цифра» и еще ряд соглашений, которые сейчас находятся на согласовании. Как никогда активно на этом форуме будут инноваторы. Команды стартаперов со всей страны посоревнуются в создании нейросети, которая спрогнозирует цены на нефть. Стенд Сколково находится рядом с экспозицией Тюменского технопарка неспроста. 16 наших резидентов являются резидентами фонда. Здесь ожидают большое количество стартаперов. Они смогут получить обратную связь от первых лиц государства и донести свои идеи до экспертов. Это можно будет сделать и во время технологического дня. Общаясь на закрытой сессии, нефтегазовая компания получает решение задачи, стартап или действующее предприятие, возможность презентации и выход на новый рынок. Это такой расширенный питчинг проектов, он будет идти весь день, и мы рассчитываем, что как и в прошлом году, по итогам родятся уже такие конкретные документы, которые называются протоколами технологических советов или по-другому разных компаний. Но главный результат, который заключается в том, что эту технологию мы берем. Это VR-тренажер, с помощью которого можно будет погрузиться в процесс добычи нефти. И даже попробовать совершить специфичные операции. Таких здесь будет 4. Будущее, которого ждали через 10 лет, наступило сегодня, говорят эксперты. Изменилось энергопотребление, снизился спрос на нефть. Проблем в отрасли достаточно. А вот обсудить из-за пандемии негде. Мы первые. На онлайн-платформе уже зарегистрировано более 4000 участников. Организаторы ожидают гораздо больше. Те вопросы, которые стояли, они никуда не исчезли, никуда не решились. Собственно говоря, мы становимся первой площадкой для обсуждения того, что произошло, и стратегического видения, как из этой ситуации и какой вектор действия будет наиболее правильным. Для продуктивного обсуждения на площадке будут все. Руководители крупнейших компаний, заместители министров. Участие в форуме подтвердил и вице-премьер Юрий Борисов. Андрей Рабчук, Алексей Гренко, Тюменская служба новостей.